Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре мини-экскаватор Mitsubishi модели MM08B. Отличный экскаватор, малогабаритный и очень простой в управлении. При этом есть функция изменения ширины колеи. Гусеницы разводятся. Вот отвал шириной 70 сантиметров, высотой 17. Под капотом располагается дизельный двигатель воздушного охлаждения Kubota OC95, одноцилиндровый дизель. Здесь все в полном порядке, двигатель обслужен, также установили новый стартер, новый аккумулятор. Наработка 1315 моточасов. По рычагам. Здесь два рычага управления ходом, поворотом. Рычаг поворота башни и выноса стрелы. Этот рычаг у нас отвечает за подъем стрелы и управление ковшом. Рычаг подъема опускания отвала. Вот здесь у нас имеется кнопочка, которая отвечает за изменение колеи. Все это продемонстрирую. Вот здесь имеется рычажок, который позволяет изменить функционал данного рычага. А здесь у нас педаль поворота стрелы, рычаг газа, ну и замок зажигания. Вот, сейчас запустим, проверим, послушаем, как работает мотор. Собственно, с легкостью отжимается, при этом гидравлика держит. Отжимаем педаль. Вот, собственно, отличный экскаватор, абсолютно исправный, обслуженный, проверенный и готов к дальнейшей работе.